Ситуация сегодня крайне-крайне странная. Блок управления двигателем MEDG1798 при попытке прочитать его китагом прилег. Китаг его не читает. Подключился Алексом. Алекс не читает, не диагностирует. Заметил в подключении ошибку. Где-то то ли я сбился, то ли кто-то отвлек меня. Пин не туда поставил, и все. Повторная попытка чтения китагом не привела к успеху никакому. Подключил Васю. Читает блок как коробочный. То есть раньше он выдавал идентификатор двигателя, тот же самый, который на блоке, да? А сейчас он выдает идентификатор коробки, как будто бы этот блок управления коробкой передач. Сигналы по конлинии идут, блок живой, но именно ведет себя как блок управления коробкой передач. Я вообще, короче, не понимаю ни хера. Что с ним делать? В общем, удачно привалил трикор, не делая практически ничего для этого, кроме того, что ошибся немного с пинами. Как я это буду сейчас устранять, я не знаю. Но ситуация очень интересная. Первый раз такое встречаю, что блок именно таким образом прилег. Вообще странно. То есть смотрите, что происходит. Блок подключен, и в кон-линию шлет сигнал. То есть все нормально, вроде бы, да? Но что у нас было в прошлый раз? То есть в прошлый раз у нас Вася показывал вот такие вот данные. То есть калибровка, понятно, что совпадает с двигателем. Вот. То есть все, что написано на блоке. То есть вот это вот. Так, сейчас какую-нибудь ручку возьму. Вот это у нас получается калибровочка двигателя. Вот это калибровка коробки. Да? Все логично. Все хорошо. Ну, вот это видео я свое же пересматриваю. А что мы получим, если считаем сейчас Васи вот этот блок? Вот. Это что такое? Это получается, что он читает только коробку? Так, что там у нас? Сведения, да, нажимаем? Вот так вот. Вообще обалдеть. Читает коробку. Пожалуйста, калибрация. Да уж, перевод, конечно, говно. Ну да ладно. То есть он читает идентификаторы коробки передач. И все. И при этом блок как бы выходит на связь. Он живой, но как будто он стал вдруг блоком управления коробкой передач. Вот это вообще нонсенс какой-то. Нонсенс просто. Я не знаю, как это даже устранить. А что я перепутал, да? Сейчас покажу. А перепутал я всего лишь то, что бутпин надо подключать вот сюда, а я его почему-то подключил вот сюда. Ну, случайно. И после этого блок не отвечает ни китагу, ни Алексу, ни все. Ни вообще ничему. Кроме Васи. То есть Вася его диагностирует как коробочный. Как это получилось, я понятия не имею, короче. Что с этим делать, тоже пока не знаю. Но что-нибудь придумаем. По крайней мере, у меня есть второй такой же блок. И в крайнем случае можно перепаять процессор оттуда. Процессор — это вот такая вот штука. Ну вот она. Вот эта штука, процессор. Если уж понадобится, значит так и сделаем. Панда.
То есть, к сожалению, цель завалить блок достигнута немножко не тем образом, которым я хотел. Я хотел залить туда какую-то левую прошивку и потом удивляться долго там, о, надо же, блок прилег. А может быть, и не прилег бы. Может быть, прошивка оказалась бы совместимая. Потому что есть случаи, когда блоки перепрошивают там с автомата на механику, с механики на автомат и так далее. И такое бывает. И то, что я так случайно косякнул, это вообще не входило в мои планы. Но, тем не менее, блок-то я привалил, трикоровский. И, соответственно, в следующих сериях буду его восстанавливать. Поэтому подписывайтесь на канал и ждите интересных роликов про трикор и другие блоки. Будем восстанавливать, как я пока не знаю, но это будет интересно, я думаю. Ладно, всем счастливо. Блоки не валите только, ладно? То есть не надо проводить такие эксперименты. Это вот у меня блоков просто много здесь, вот лишних. А вообще этого делать не нужно. Все, пока.